От обвала до котенка на дереве. В Армении создана общая служба спасения. Теперь на 7 бед действительно один ответ. 911. Заклинила дверь в квартире. В аварийной бригаде найдется эксперт по замкам. Потерялся человек, есть кинологи. Даже специалист по змеям, серпентолог имеется. Кстати, для Армении эта профессия особенно актуальна, так как ядовитые пресмыкающиеся встречаются даже в столице республики Ереване. Съемочная группа нашей программы провела несколько дней в компании сотрудников новой службы. Они расскажут, как работает 911. Это не учение. На пульт дежурного поступил сигнал экстренного вызова. В одной из новостроек произошло крупное обрушение. На сборы не более 2 минут. При обвале пострадали 11 человек. 8 на машинах скорой помощи доставили в медицинский центр. Остальным госпитализация не понадобилась. После запуска службы 911 пожарные стали чаще выезжать вместе со спасателями. Это один из этапов создания единой службы спасения. Когда она сформируется, уже не будет строгого разграничения по специальностям. С созданием службы 911 стало легче работать. Координация действий улучшилась. Помогает в этом деле и новая система навигации. Кстати, пожаров стало меньше, наверное, из-за улучшения систем безопасности. Вместо этого сейчас мы больше выезжаем на вызовы со спасателями. Происшествия такого масштаба бывают редко. И чаще спасателям приходится выезжать на стандартные бытовые происшествия. Например, сейчас отряд службы спасения едет вызволять студентов, которые случайно заперли сами себя. На первый взгляд, не такая уж и сложная задача, но дверь заклинила. Разбираться с замком времени нет, ломать жалко. Тем более, одному из студентов надо успеть на экзамен в институт. Потому пожарным приходится заняться промышленным альпинизмом. Они проникают в квартиру через соседний балкон. Чаще всего виновниками таких случаев бывают сами жители из-за своей невнимательности или безалаберности. Хорошо, что мы проходим подготовку скалолазов, и залезать через балконы или форточки для нас не проблема. А это похуже заклинившие двери. Ядовитые змеи. В горных районах Еревана их немало. Смертельно опасные гюрзы часто заползают в квартиры. Поэтому в каждой группе спасателей уже есть свой змеелов. Такой отряд был создан недавно. Сотрудники прошли курс по серпентологии. Я обнаружил змею, когда вернулся домой с работы. Сразу же позвонил в 911. Вообще сейчас очень часто змеи заползают в дома, особенно в этом районе. Здесь неподалеку большая стройка, в результате которой, наверное, уничтожены норы змей. Вот они и ищут себе пристанище. Поймать змею удалось легко. На этот раз все обошлось. Она оказалась не ядовитой, обыкновенный уж. Кинологический отряд – это еще одно новое подразделение службы спасения. Чистокровные австрийские овчарки из спецпитомника будут помогать сотрудникам МЧС находить людей под завалами и искать тех, кто потерялся в лесу. Все кинологи и их питомцы прошли подготовку в учебном центре республиканской полиции. У нас пока что 5 собак на весь город. Каждая выдрессирована на обнаружение разных целей. Вот Джек, например, ищет умерших людей, остальные еще живых. Еще в новой системе спасения есть отряды саперов, десантников и водолазов. Кроме кадровых изменений, службу спасения в ближайшее время ждет и техническая модернизация. Создание службы 911 – это только часть большой программы. За короткий период мы смогли переквалифицировать кадры. Планируется обновить наш технопарк. В частности, приобрести новые буровые установки и краны с большей грузоподъемностью. Это центр кризисного управления. Сюда поступают сигналы о бедствии со всей Армении. Благодаря современному оборудованию работают максимально оперативно. На обработку одного вызова уходит не более минуты. Центр кризисного управления – мозговой центр всей службы спасения. В него входят служба 911, отделы мониторинга и прогнозирования, отделы связи и реагирования на чрезвычайные ситуации. Центр круглые сутки следит за обстановкой в стране. Это большой координационный аналитический центр. На сегодняшний день мы обслуживаем всю страну, базируясь в столице. Но в дальнейшем планируется открытие центров и в областях, в составе которых будут свои службы спасения. В случае необходимости оператор
оператор должен суметь успокоить и обнадежить пострадавшего до прибытия спасателей на место происшествия. Нам очень часто звонят, чтобы просто поговорить. Людям нужна разрядка, различные проблемы, и сегодняшний темп жизни очень давит на многих. Это сложная работа, но чувство того, что ты помог кому-то преодолеть сложности, ни с чем не сравнимо. Обновленная служба спасения работает всего полгода. Но за этот короткий период сотрудники всех подразделений уже зарекомендовали себя как профессионалы. Гуаркарапетянова, Анас Калджан, «Союзники», Армения.